Воскресенье хочется поспать больше. А когда рабочий день, то мы в страсти находимся. The modes of nature are always coming, always influencing. Гуны природы всегда приходят к нам, всегда стараются влиять на нас. The only way you can actually get free of the modes is when you can surrender to Krishna. И единственный способ избавиться от влияния гуна — это предаться Кришне. We see great yogis even, they're trying to get free of the influence of the modes of nature, but they become a victim again. Мы видим, что великие йоги пытались избавиться от влияния гун природы, но снова становились их жертвами. Вишвамитра was a great yogi, and he went away to the Himalayas to achieve perfection. Вишвамитра был великим йоги, он отправился в Гималаи, чтобы достичь совершенства. So he was meditating in the Himalayas, and he was becoming more and more powerful. Он медитировал в Гималаях, становился все более и более могущественным. So Indra became worried that maybe he would take his position as a demigod. И Индра беспокоился, он подумал, может быть, он хочет занять мое место царя полубогов. So he sent a beautiful woman to attract him and take him away from his meditation. И Индра подослал к Вишвамитре красивую женщину, чтобы она отвлекла его от медитации. So although he became very elevated in the mode of goodness, but still he became a victim. И хотя он достиг высокого уровня, был в благости, он снова стал жертвой страсти. Очень трудно освободиться от влияния материальной энергии. Но если вы приняли прибежище у Кришны, тогда вы можете быть успешным. Just like Haridas Thakur was tested, that a prostitute also came to him with the intention of degrading. Харидас Такура было подобное испытание. Однажды к нему пришла проститутка и пыталась соблазнить его. Но Харидас сделал ее преданной. Потому что он принял прибежище у Кришны. So if we have Krishna consciousness, then we can become properly situated above the modes of nature. Если у нас есть сознание Кришны, только тогда мы можем правильным образом находиться за пределами влияния гун природы. Духовное мире служение осуществляется под понятием хочется или надо. Скажем, если мне хочется такое-то служение, оно уже занято. Как вот? What is the end of service? I just want to comment on because I should. For example, if I must, for example, if I want to some service, but this service is already occupied, it was done by someone else. The mood of service is we want to do service. Not that we feel that we must do it, but there's a natural desire to want to do service. А дух служения означает, что мы хотим совершать служение. Нас никто не заставляет, мы не думаем, что мы должны. Service will be unmotivated. We perform the service without any thought of any desire. Служение будет не мотивировано. Мы будем совершать служение без желания что-то получить за него. And a devotee will do whatever service is required. Преданный делает любое служение, которое требуется. Without considering one service better than another. A devotee will simply do whatever could be required. Не думая о том, какое служение лучше, какое хуже, он делает просто то, что требуется сейчас. Just like in Dwarka, Krishna was living in Dwarka. He had many palaces and he had many goddesses of fortune who were his queens. Например, в Двараке Кришна жил во дворцах, и у него было много жен, которые были богинями удачи. So his queens, they would be engaged in cleaning the palace. И его царицы занимались тем, что они совершали уборку во дворце. И хотя во дворце не было никакой грязи, никакой пыли, тем не менее, они просто хотели совершать служение. Итак, смысл в том, что если мы хотим служить, мы найдем себе служение. Although they're the Krishna's wives, they're not thinking, "I'm here to be served." Their mood is to be the servant of Krishna. И хотя они были женами Кришны, они не думали, так, я здесь, чтобы мне служили. Наоборот, они хотели сами служить Кришне.
Although they're his wives, but they have the mood of being with Seth. Хотя они были его женами, тем не менее, у них было настроение служения. So this is a spiritual world. Таков духовный мир. Okay. Shrimad Bhagavatam.